Всем привет! Сегодня будем готовить кекс «Печем дома». Нам понадобится 180 мл молока и 100 грамм сливочного масла. Высыпаем смесь, добавляем молоко, добавляем сливочное масло, и все взбиваем до однородной массы. Полученную смесь выкладываем в форму. Отправляем кекс в духовку на полчаса. Температура 200 градусов. Вот и все, кекс готов. Приятного аппетита!